В Твери стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года». Торжественное открытие прошло во вторник, 2 февраля, во Дворце творчества детей и молодежи. Конкурс педагогов стартует в нашем городе в юбилейный 30-й раз. За победу на данном этапе будут бороться 9 преподавателей из разных образовательных учреждений областной столицы. Ольга Барышева – педагог с более чем 20-летним стажем. Специалист преподает физическую культуру в Тверской гимназии номер 8. Как признается учитель, принять участие в конкурсе ей посоветовал директор учебного заведения. Чтобы избежать профессионального выгорания, всегда нужно искать новые пути для реализации своего потенциала, уверена Ольга. Сам процесс подготовки к соревнованиям, к нашим конкурсным, очень, будоражит нервы. Несмотря на свой большой стаж, хочется с детьми еще больше контактировать, отдать им еще всего больше. То есть мне очень нравится. Я в тонусе. Ольга Барышева – одна из 9 преподавателей, которые будут бороться за звание «Учитель года» на муниципальном уровне. Конкурс поделен на 4 этапа. Заочный тур «Методическое портфолио» прошел с 18 по 22 января 2021 года. Конкурсанты участвовали в 2 испытаниях – интернет-ресурс и эссе. Впереди у педагогов еще 3 тура, в рамках которых они должны показать все свое мастерство. 9 участников педагогов из разных образовательных учреждений города принимают в нем участие. Предметы представлены достаточно широко. Наша задача – выбрать лучших и далее делегировать наших участников на региональный этап. В финальном этапе будут принимать участие 4 учителя, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам 3 туров. Он включает в себя 2 конкурсных испытания, публичная лекция и разговор с начальником управления образования. Торжественное закрытие муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» пройдет 5 марта 2021 года во Дворце творчества детей и молодежи. По итогам конкурса определяется победители, 3 призера.